Всем привет! Сегодня расскажу о накопительной программе Faberlic, которая называется Faberlic Club. Дело в том, что при каждом заказе у нас накапливается определенное количество баллов, которое видно при оформлении и утверждении заказа в самом низу рядом с суммой. Эти баллы копятся в вашей корзинке в случае, если вы делаете регулярные заказы. Баллы можно потратить при оформлении заказа 1000 рублей. То есть, если вы сделали первый заказ на сумму, например, 10 баллов, то в следующем периоде в вашей корзинке будет 10 баллов. Баллы тратить можно только, если у вас более 15 баллов. То есть, вам следует накопить еще определенное количество баллов для того, чтобы их вы могли потратить. Например, во втором каталоге вы делаете заказ уже на 15 баллов, и в третьем каталоге по счету у вас уже 25 баллов в корзинке. Вы их можете потратить при оформлении заказа от 1000 рублей и выбрать для себя подарки на втором шаге оформления заказа в разделе Faberlic Club. Если вы вдруг по каким-то причинам не делаете заказ и пропускаете его, то баллы начинают сгорать с последне заработанных, то есть вначале сгорят первые 15 баллов, и у вас останется на четвертый период 10 баллов. И затем сгорят, если у вас отсутствует заказ, оставшиеся 10 баллов, останется 0. Что в таком случае я рекомендую делать? То есть посмотреть свою копилку, если у вас есть достаточное количество баллов, больше 15, то рекомендую сделать все-таки маленький заказ от 1000 рублей. У вас еще скидка будет 20%, и потратить накопленные баллы. То есть, если вам нужен перерывчик в заказах, лучше их потратьте, а потом сделайте перерыв. Далее. Где посмотреть программу? Где посмотреть подарки, какие есть? То есть здесь есть каталог подарков Faberlic Club. Да, это если вы пройдете в раздел «Партнерство». Здесь вы найдете как раз акции программы и раздел Faberlic Club. Здесь можно подробнее посмотреть об акции. И также вверху, в правом верхнем углу есть значок кошелечка накопительная программа Faberlic Club и количество баллов рядом стоит, которые вы можете на данный момент потратить. То есть нужно нажать на кошелечек, и программа вам откроет, и сайт вам откроет те подарки, которые вы можете выбрать на накопленные баллы. Еще раз напомню, что тратить баллы можно только в том случае, если у вас их больше 15. И здесь начинаются подарки от 15 баллов. То есть можно выбрать спокойно категорию подарков, которые вас интересуют. Категорию от 5 до 119 баллов, от 120 до 499, от 500 до 2250. Чем дальше, тем стоимость подарка, естественно, выше. И, может быть, если вы найдете интересующий вас подарок в больших категориях, имеет смысл подкопить баллы. Либо вы их можете тратить на вот такие вот вещи, как масочки, салфетки, мыло. Вот с 15 баллов идут уже интересные подарки. Вот здесь вот есть шкала, можно спокойно ее настроить. Например, от 150. Нет, от 15. Вот так, например. До 18 настроилась, соответственно, пока что 20 баллов. Здесь масочки идут разные. Предметы гигиены, лайки, корректоры, то есть что-то декоративные косметики, гели, крем-краски, зубные щетки и так далее. Просто посмотреть подарок действительно можно вот в этом разделе, а выбрать подарок лучше все-таки при оформлении заказа, то есть выбираем заказ по артикулу. Вводим интересующий вас товар. Не забывайте, что для того, чтобы посмотреть свои баллы, вы должны быть авторизованы, то есть набрать свой регистрационный номер и пароль требуется. Продолжить. Сюда ввести какой-нибудь товар. Ну, то есть, смотрите, нужно, чтобы сумма была больше 1000 рублей для того, чтобы
Для того, чтобы у вас появилась программа Фаберлик Клуб на втором шаге. Сайт немножечко сегодня подтормаживает. Ну так, давайте 10 штук сделаем. Ну так, 15, чтобы у нас 1000 получилось. Мы видим, что сумма по каталогу больше 1000, поэтому Фаберлик Клуб будет 100% доступен. Так, вот видите, здесь такая рамочка голубая, зеленоватая, да, и написан Фаберлик Клуб. Нажимаем сюда, и у нас должен быть доступен список товаров. Нажимаем «Выбрать товары». И дожидаемся загрузки. Здесь списки очень большие, поэтому придется, наверное, где-то, если интернет не очень скоростной, дождаться загрузки товаров. Вот видим, что и у нас сейчас не очень быстро все это открывается. И здесь вы сможете выбирать количество. Система не даст вам выбрать больше товаров, чем вам доступно, поэтому здесь можете не бояться и щелкать то количество, которое необходимо. Вот здесь можно выбрать то количество баллов на подарки, на сумму которых вы хотите выбрать подарки. То есть, если у вас 25 баллов, вы можете выбрать там один подарок за 10, один за 15, один за 20, непотраченное количество баллов останется. И если у вас будет заказ проплаченный, то они у вас не сгорят. Вот, либо вы можете выбрать один подарок за 25 баллов и так далее. Примерно суть понятна. Вот, выбираете подарки, затем нажимаете «Выбрать» и «Применить изменения». То есть, если выбрали, нажимаем «Выбрать». Это либо сайт тормозит, либо интернет сегодня не очень быстрый, по какой-то причине надо проверить. Затем «Выбрать». У нас две штучки получилось. И после этого применить изменения. То есть, видите, эти товары окажутся в вашей корзинке. Каждый товар будет всего лишь по рублю. Вот. Если будут какие-то вопросы, пишите, звоните. Всем до новых видео. Пока.